Доброе утро! Ученые доказали, что в древности люди начали расчесывать волосы раньше, чем научились писать. И делали они это очень искусно, вплетая перья, цветы, ставили каркасы и сбривали часть волос над лбом, чтобы казаться более аристократичными. И по сей день ухоженность волос говорит многое об их обладательнице. Сегодня несколько вариантов причесок на скорую руку. Для выполнения первого варианта необходимо выделить прядь волос, свернуть в жгут и приколоть к голове. Так проделаем со всеми волосами. Чем хаотичнее это получится, тем красивее. Начнем плести косу от уха, вплетая пряди со стороны лба. Двигаемся так по кругу до тех пор, пока не закончатся волосы. Далее свернем косу в улитку и приколем к голове. Для выполнения этого простого варианта начнем плести от лба косу, вплетая пряди со стороны лба. При окончании пробора доплетаем косу по всей длине и оставляем. Также повторяем с другой стороны. Самое главное при воспроизводстве любой прически – это не лениться. Да, это требует времени и терпения, но результат того стоит. Пробуйте, и у вас обязательно все получится.